Всех приветствую, дорогие друзья. Опять очередная посылка. Да, я их заказал довольно-таки много. Это петличный микрофон для моей видеокамеры. Давайте сейчас вскроем. Так, на упаковке указана стоимость в $10. Я его заказал за 550 рублей. Ну, не знаю. Продавец, видимо, примерно округлил. Давайте вскроем. Как мы видим, материала пупырчатого китайцы не пожалели. Все замотано довольно-таки добротно. Ну и вот внутри такой вот пакетик. И в пакетике у нас находится наш петличный микрофон. Давайте достанем и посмотрим, как оно у нас выглядит. В комментариях написано то, что микрофон моно, но не знаю, так ли это. Там люди писали. Смотрим. Здесь имеется вот такой вот элемент крепления. Ну, к чему-то прикручивает. Вот такой джек. И еще идет пакетик, в котором у нас идет вот такая вот. Ну, это типа для шумоподавления. И также идет вот такая прищепка. Прищепка тугая, жесткая. Судя по всему, вот это металл. Тут вот пружина. Так, давайте соберем. Как это должно быть. Итак, вот что у нас получилось. Сейчас я писал звук без микрофона. Сейчас попробую подключить наш микрофон и запишем звук уже на него. Так, давайте еще шнур размотаем, посмотрим приблизительно длину. Длина примерно 1.20 м. Приблизительно так. Сейчас попробую записать звук на камеру. Воткну микрофон в камеру. Так, раз, раз, два, три. Не знаю, как оно пишет или не пишет. Но вот сейчас я подсоединил именно микрофон в камеру. Раз, два, три. Раз, два, три. Тест, проба. Пишу на микрофон. Пишу на микрофон, тест, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, тест петличного микрофона, раз, два, три, тест петличного микрофона. Отсоединяю наш микрофон, раз, два, три, тест голоса на камеру, тест голоса на камеру. Так, ну, в принципе, по тестам, наверное, все. Мы перешли в магазин продавца. Как мы видим, вот наш данный микрофон-петличка, который был мною приобретен. Цена у него сейчас 559 рублей. 326 заказа уже у этого продавца. Ну и давайте спустимся вниз в описание, посмотрим. Значит, параметры. Разъем 3,5 мм. Вин-заглушка. Так, конденсаторный микрофон. Потом, что нас интересует, диапазон 50 Гц, 17 тысяч Гц, максимальная SPL 135. Ну, вот это вот я не знаю, что это, если честно. В общем, вот такие характеристики. В принципе, на мой взгляд, нормальный микрофон. Есть, конечно, микрофоны там и по 60 рублей, но я не вижу смысла покупать что-то такое совсем дешевое. Я думаю, этого микрофона, в принципе, мне хватит для записи видео и каких-то там блогов. Можно также перейти, почитать комментарии. Я комментарии тут некоторые читал. В принципе, меня все устроило. Поэтому я и купил данный микрофон. Ссылка на данный товар будет в описании. Всем спасибо за просмотр. До новых видео и до новых встреч. Всем пока.